Вот проверяли связь в сторону Симферополя. Ведущий в сторону Крыма, вторая сеть за горизонт, за горку. Где-то трасса километр, может быть, полтора. Устойчивая связь. Платная дорога. Ну, на трассе, где-то рядом, я думаю, больше и не слева надо. И справа проходит федеральная трасса. Это можно по треку посмотреть в начале видео. Связь на 5 километров и более, тем более на 10. То очень легко достаточное количество запутаться, потерять заправочные ориентации, мест ориентировки, отдыха, кафе. Погода пасмурная. Полотно дороги влажное. И вот и проясняется, кто снова. Короткие остановки, просто перекурить, выпить кофе, немножко размяться. Ну, это фрагмент оригинального аудио. Так вот примерно. Вот короткие остановки, они необходимы на трассе, потому что длительное время находиться в сидячем состоянии, в таком напряжении необходимо. Ну, видно полотно дороги, изминка. И так видно, многие не всегда и не везде идеально. Кофе. Из-за платы, чтобы подышать наружным воздухом, ямки. Хотя считается, что это коммерческая дорога. Ну, вот отправляясь с семьей в Крым, можете спланировать, где можно, где остановитесь, отдохнуть, заправиться. На трассе М4 этого достаточно. Это включился радар-детектор. После нескольких минут отдыха или смены обстановки снова продолжаем движение. Движение в сторону Крыма. Эти кратковременные остановки на оплату, потому что это маршрут, они несколько раздражают. Ну вот на табло видно, какая оплата, сколько внесено. Кстати, я бы советовал сохранять вот эти квитанции, потому что там есть участок, где доплачивать не надо, просто показать квиток. Я вот не помню, где это, но такой участок есть. Поэтому на всякий случай сохраняйте квитки до финиша, скажем так. Ну, в основном этот предупреждает дежурный или кассир, кто там сидит, диспетчер, что чтобы водитель показал уже оплаченный квиток. В общем, так замудренно объяснил, что сам ни черта не понял. Я помню, мне когда-то
Ну, нервные водители тоже попадаются. Им не нравится, что общение идет между водителями. Предпочитают ехать в тишине. Что мешает им включить радиостанцию и двигаться в полной тишине? Конечно, вообще для общения нужно использовать другой канал, а не на общее обозрение. Но наблюдать за общим эфиром на 15-м канале полезно. Если не слушать 15-й канал, можно пропустить важную информацию о дороге. Вообще-то я считаю, что эта вот платная дорога, она должна быть сухой, поскольку деньги платятся немалые. Но, как видим, слякоти достаточно много на дороге. Временами, конечно, есть сухие участки. Но движение вполне приличное. Это я уже, наверное, придираюсь к трассе. Вообще, и повторю еще раз, что дорога должна быть идеальной, сухой, потому что вот на скорости в 110, тут разрешенная скорость, или 130, я уж не помню, очень легко попасть в аквапланирование. Кстати, при движении на дальние расстояния, ну это не дальние, Крым это недалеко, а вот на дальние расстояния многие автомобили как бы остаются в памяти, проехав первый день, потом их можно встретить на второй, на третий, на четвертый день движения. Вот так, например, было на участке, на трассе, на маршруте Москва-Красноярск. Ну, кто будет смотреть,
без ускорения в полном. В нормальном без ускорения режиме там видно, как происходит общение. Водители-дальнобойщики сами выходят на связь, вызывают. И вот начинается такое общение. Скажем так, знакомимся на трассе. Многим предлагаю посмотреть видео на YouTube, услышать свой голос. Вот. Вот те, кто выходит на связь, кто общается. Так, например, было на маршруте Москва-Кемерово. От поселка Абатское до мотеля Уют. На стоянке мотеля Уют подошли ребята, которые ехали. Больше грузы, дальнобойщики, подошли, познакомились. Интересно им стало попасть на видео. Снял их на видео. Они посетили, предложили посмотреть кафе «Три семерки». Вот. Ну, посмотрели, нам не понравилось. И пошли вот в Уют. Там более цивилизованно. Постоянно пищит радар-детектор. Я часто слышу вот выражение антирадар. Ну, антирадар и радар-детектор – это принципиальные разные вещи. Принципиальные. Антирадар – это своего рода специализированная радиостанция высокой мощности, большим излучением, и если он находится в салоне автомобиля, то водитель может получить большую дозу облучения высокой частотой. А антирадар-детектор – это приемник, который улавливает малейшие частоты определенного диапазона и об этом сигнализирует. Так что, употребляя термин антирадар и радар-детектор, имейте в виду, что это совершенно разные вещи. В рекламе особенно иногда можно прочитать, рекламируют какой-нибудь гаджет, например, видео регистратор 3 в 1, видеорегистратор, антирадар, ну там не знаю, что еще, какая-то функция. Вот. Ну это от безграмотности. Красивые виды открываются во время движения. Спуски, подъемы. Напомню, что это М4. Москва.
Симферополь, трасса. Наверное, когда построят мост через Керченский пролив, может быть, изменят название федеральной трассы, назовут ее Крым. Трасса М4 Крым. Неплохо звучит. Не очень активно дальнобойщики в эфире. Часть дальнобойщиков, больше грузов, я думаю, идет по федеральной трассе, по государевой дороге. Очередной пункт сбора денег. Достаточно хорошая информация, дорожные знаки на трассе. Большой расход незамерзайки. Приходится постоянно очищать лобовое стекло, чтобы съемка была более-менее хорошей. Съемка идет со скоростью 40 мегабит в секунду. Ролики достаточно тяжелые. Вот последняя прошивка, которую сделали. Там можно менять качество съемки, уменьшать, по-моему, с 40 мегабит, 35 мегабит, 30, 25, 20. Но при таком качестве 20 мегабит одной карты памяти 128 гигабайт. Хватает, по-моему, на 14 часов. Ну, точно сказать не могу, но примерно так где-то. А вот при качестве 40 мегабит в секунду одной карты памяти хватает на 6,5 часов. Ну, там что-то говорю в салоне, но это желающие могут посмотреть, послушать на аккаунте Видеодорог 2. Там без купюр, то есть все, что происходит в салоне, там слышно. Это для любознательных. Так, движение равномерное. При таком движении резко падает расход топлива. Ну вот на скорости свыше 90 там немного повыше расход, а на скорости 80
90 – это самый оптимальный режим, самый оптимальный расход топлива, самый минимальный расход топлива при движении. Раздражает немножко этот дворники, но другого выхода нет. Конечно, летом тут такие открываются виды, такая красота. Хотя зимой тоже неплохо смотрится. Разметка неплохая, хорошая разметка. Разметка хорошо читается. Обочина. Ну вот таких трасс в России достаточно много. Это не единственная трасса, где вот и полотно дороги, и разделительный отбойник. Таких дорог много. Небо светлеет. Во время движения можешь и подружиться с дальнобойщиками и переругнуться иногда, но в основном общение доброжелательное, когда узнают, что идет съемка. Очередной пункт. Побора на дороге. Очередная кратковременная остановка.
небольшой перекур. Это шум с дороги, с трассы. Хотя стоим на месте, но кстати, на треке, просматривая трек, вы можете определить, где остановились со стоянку. Стрелка замирает и какое-то время стоит без движения. Значит, в этом месте остановились на небольшую остановку. Трек ускорил тоже несколько раз. Но при желании сможете замедлить, рассмотреть там. Дороги пост ДПС. Ограничение 90. Ну вот, таким образом. Даже просматривая видео, вы сможете заметить, что одни и те же автомобили в движении запоминаются. Запоминается компания, которая в этот день двигается по трассе. Те, кто думает, что проехав по трассе на какое-то расстояние, вы остались незамеченными, незаметными, не льстите себя такой мыслью. Дальнобойщики очень наблюдательные. Очень. ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Очень наблюдательны. Постоянно работает радар-детектор. Говорит о том, что за дорогой ведется сплошное наблюдение. Ну, щиты дорожные, они показывают возможность объезда вот этих пунктов оплаты. Торговля топливом на заправках. Ну, это дальнобойщики или продают топливо, или покупают. У них своя технология какая-то. Или лишнее топливо остается, сэкономили. Может быть, другие источники.
Но информация о том, что куплю-продам топливо на любой трассе, больше, чем достаточно. Ну, в летний период можно использовать не покупать вот этот омывайку, а делать своими руками очередной пост, пункт сбора денежек. Лучше всего готовить омывайку своими руками. Обыкновенная вода, несколько капель ферри, там этих моющих средств. Почему ферри? Ну, любая моющая жидкость, потому что выхлопные газы вот от больших грузов, от дальнобойщиков в лобовое стекло попадает это сгоревшее масло, размазывается, поэтому лучше всего пользоваться. Ну, я в летнее время предпочитаю омывайку своими руками, своего производства. А вот зимой серьезно задумываюсь о том, чтобы приобрести самогонный аппарат и готовить настоящую незамерзайку. Дистиллятор или самогонные аппараты, они двойной перегонки, и практически там этих сивошных масел нет. Но это в планах, в намерениях. Вот если посмотрите, будете наблюдательны, вы увидите, как над дорогой такой вот стоит вот, от выхлопных газов такой смог небольшой. Все это оседает на лобовом стекле. К сожалению, трасса Дон, она освещена не полностью, фрагментами. Какая-то часть освещена, какая-то темная. Но я думаю, такая возможность будет посмотреть на этом видео, потому что движение будет проходить и в темное время. Я бы еще хотел такую информацию дать автотуристам, автопутешественникам и тем, кто отправляется в дальнюю поездку. Это приобрести GPS-маячок, ГЛОНАСС-маячок, который будет отслеживать вас, ваше местонахождение на трассе в любое время, чтобы родные, близкие, друзья могли за вами наблюдать, где вы находитесь, как у вас дела. Я уж, по-моему, об этом говорил, что был случай, когда
на трассе искали семью, которая уехала отдыхать и больше недели не выходила на связь. Родственники забеспокоились, подали в розыск. Вот такие объявления были на трассе. Не знаю, нашли этих людей, дай бог, чтобы нашли. И у меня тоже был такой случай, когда здорово помог GPS-маячок. Не надо пренебрегать вот этими штучками, которые на первый взгляд кажутся бесполезными. Нужно иметь в виду, что не на всех, далеко не на всех трассах есть мобильная связь. Я уже не говорю про интернет. Опробовал всех операторов, и МТС, и Билайн, и Мегафон, и Теле2. Должен сказать, на мой взгляд, тестировал по всей России, вот самый устойчивый оператор, у кого есть практически по всей России связь, это не реклама, это Мегафон. Это Мегафон. Можете проверить, но попробуйте взять с собой 2-3 сим-карты. Или еще лучше 2-3 телефона с разными сим-картами. На трассе можно приобрести сим-карты на довольно-таки выгодных условиях. Хотел взять, опробовать, но как-то забылось все это. Я, наверное, из видео в видео повторяюсь, давая какую-то информацию, какие-то рекомендации, советы. Вот. Но вот отправляясь зимой, например, особенно если в одиночку, то рекомендую покупать нижнее белье с электроподогревом. Так, например, вот на маршруте Москва-Красноярск в Башкирии температура ночью упала до -35, и это в первых числах марта. Об этом говорили дальнобойщики. И вот эта морозная низкая температура какими-то полосами шла. 30-35, вот в этом диапазоне. Они подтверждали, что такая температура. Поэтому одежда с подогревом может оказаться как нельзя кстати. У меня есть комплект, заряд аккумулятора хватает на от 6 до 12 часов в зависимости от режима подогрева, от температуры подогрева. На большей части
федеральных трасс радио FM нет. Поэтому запасайтесь дисками, чтобы не было скучно. Но я не включаю FM радио. Чтобы не дразнить модератора. Многие композиции защищены авторским правом, и потом начинается нарушение авторских прав, и так далее. Вот и очередная кратковременная остановка. Удалил жидкости. Залил жидкости, потому что омывайка заканчивается достаточно быстро. Название рек, населенных пунктов и прочую информацию можете посмотреть, остановив видео в этом месте. Много рекламы, как визуальной, так и на канале. Бывает очень полезная информация, бывает так, что уже достает. Если рекламируешь на 15 канале, будь максимально краток, сжато говори. Основное это начинает: уважаемые водители, и понеслось там 5 минут от этой вежливости. Надоедает, просто выключаешь, не слушаешь. Может, даже и полезную информацию они дают. Я думаю, реклама должна длиться не более 10 секунд. Но это мое мнение. Что на большее уже людей не хватает. Да это не только я, так и дальнобойщики говорят. На трассе можно купить все, что угодно, начиная от средств защиты до любого гаджета. И радиостанции, и навигаторы, и планшеты, все, и смартфоны. Вот там же вам могут на трассе и отремонтировать, настроить любой гаджет. Цены умеренные, гораздо ниже, чем в Москве, например. Ну, тот, кто не дружит с интернетом, конечно, нужно платить. А так всю информацию можно перед поездкой скачать с интернета. Из всех навигационных систем мне нравится Айго Прима. Ну, Навителлом пользовался, Яндекс.Навигатором, сохранил на смартфоне Maps.me, хорошая навигационная система. Вот.
тестировал, не знаю, наверное, ну, десятка два разных навигационных систем. Но у всех свои недочеты. Временами туман, высокая влажность, на полотно дороги хорошее. Ну вот, по всей вероятности, ну, временами видно, как на платную трассу объезжают автомобили. Ну, это, я думаю, с федеральной трассы. Это с государевой дорогой въезжают на платную дорогу. Двигаемся на юг, в сторону Крыма. Заранее скажу, что на переправе паромы очень много больших грузов, очень много, огромная очередь скапливается. Для легковых автомобилей отдельная очередь. Но эту информацию вы можете узнать более квалифицированно, что ли, в интернете. Очередной пункт сбора денег. Так вот, информация о том, как переправиться на полуостров Крым, где оформлять, как оформлять, это в интернете можно. Можно приобрести электронный билет, можно приобрести на месте. Но просто иметь в виду, что для маленьких машин, для легковых автомобилей, очередь отдельная. Не становиться в хвост
большим образом. Такой легкий туман. Сколько там до Воронежа? Около 100 километров, по-моему. Что-то не разглядел я. Вот если был участок, проехали деревья, уже были без снега голые, то опять на деревьях появился снег. Думаю, что и в Забайкалье будут желающие проехать на автомобиле. Скажу, что дорога в основном хорошая и очень хорошая. А красота какая в Забайкалье, ну, это нужно видеть. Ну, красиво не только в Забайкалье. Очень красиво в Карелии. И дорога туда просто великолепная. Сейчас сделали объездную дорогу Питера. Ну, так там вообще кайф. Говорят, платно, я там не ездил, вот год, наверное, там не был, может, два, уж не помню. Вот, пустили объездную платную дорогу, участок объездной. Сама трасса Кола в отличном состоянии. Вот такая примерно, как здесь. Без разделительных отбойников, правда. Но полотно дороги великолепное. Этот асфальт, по-моему, имеет разноцветный оттенок. По крайней мере, мне так кажется. Есть трассы, где преобладает зеленоватый оттенок. Где-то вот такой красный. Где-то черный, где-то белый. Вот самая тяжелая трасса, тяжелая дорога. Это черного цвета. Особенно тяжело по ней ехать, когда идет дождь в темное время суток. Это просто ужас. А если на ней еще и разметки нет, то вообще туши свет, сливай воду. Вот такой участок примерно на трассе Амур в районе Биробиджана. Это еврейская автономная область. Однажды ехал там ночью. Это вообще чернота кругом. Разметки почти никакой, практически никакой. Вот видишь впереди себя габаритные огни, впереди идущего автомобиля. Вот по ним и ориентируешься. Ехать там очень тяжело. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 40. Это предупреждает Датакам 6 Макс. Хороший, очень хороший видеорегистратор. Немного сыроватый, на мой взгляд. Но я думаю, дело времени. Как видите, качество съемки какое.
Так, ну тут прошивка старая, я смотрю, 0926. Сейчас 0123 прошивка. По-моему, Москва-Краснодар с новой прошивкой была. Даже Москва-Кемерово вроде бы. Приходится держать дистанцию до впереди идущего автомобиля, потому что вот летит хлам, слякоть прямо на лобовое стекло. Вот как убрать титры ненужные, например, X, Y, Z, я не знаю. Вот сейчас съемка идет с качеством 30 мегабит в секунду. Вот они, ролики полегче, но сравнить качество 40 мегабит и 30 мегабит, я различий не нашел. Может быть, 40 мегабит в секунду это смотреть на очень больших экранах. Ну, не знаю, может, кто подскажет, кто в этом сведущ. Ну, залил бензин, заливаю под завязку до полного бака, чтобы не терять время вот на частые заправки. На дизельное топливо заехал. И я за ним как ребенок. Я бы хотел поделиться еще такой информацией, отправляясь в дальнюю поездку. Кто-то берет с собой фрукты, овощи, бананы, яблоки, конфеты. Я беру с собой цукаты. Цукаты это, ну там полусушеные, там не знаю, какие-то. Полкилограмма, например, мне хватило до... Ну, эти цукаты продаются в магазинах «Лента». Там на россыпь. Они вперемешку могут быть с орешками земляными. Земляные орешки тоже продают соленые. Так, ну, на стоянке пока заправляет заправщик автомобиль. По-моему, кофе выпили немножко. Ну, в общем, этот в магазине «Лента» можете посмотреть вот, эти вот цукаты. Там ассорти в перемешку идут. Там, мне, например, я говорю, до сего...
До Симферополя хватило 0,5 килограмма. Это не конфеты. Опять небольшой перекур. Есть радиостанция. И тронулись дальше. Ну вот дымка, видите. Но движение вполне комфортное. Включили ближний свет автомобиля. Время по Москве 17 часов. Ну, зимой темнеет рано. По дате видно, что это маршрут был 3-го. Февраля. Омывайки на маршрут ушло, по-моему, литров 7-8. Конечно, можно ехать с полугрязным лобовым стеклом, дорогу видно, но у меня задача, чтобы и видео получилось качественное. У меня омывайки ушло в 3 раза больше, чем у ведущего. Цукаты, я опять вернусь к этой теме, чем занять себя во время движения. Ну, это и питательные вещи, калорийная. То есть нет острого чувства голода. Как, наверное, обратите внимание, мы на прием пищи ни разу не остановились. И не остановимся. У меня это уже многолетняя привычка, потому что после приема пищи тянет в сон. Вот. Это крайне опасно. Поэтому я привык завтракать, обедать и ужинать на привале вечером перед сном. Кошмары не мучают. Нет. Утром во время старта кофе, несколько сигарет, во время движения цукаты, вода. Вот, в принципе, весь рацион. Ну а вечером на привале то, что берем с собой, это может быть доширак, могут быть какие-то каши быстрого приготовления. Вот. Но иногда и буфетом в столовой пользуюсь. Очередная оплата.
Вот тот пункт, где с меня показали попросить квиток, и деньги с меня не взяли, потому что этот участок уже оплачен. Те, у кого квитка нет или выбросил его, тем придется платить. ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Подходит темнота по завершению, вторая серия, но довольно-таки Москва быстро. Симферополь, например, отправляясь на восток из центра России, нужно учитывать часовые пояса, потому что можно здорово влипнуть. Будете рассчитывать, что вам... Третья серия заканчивается остановкой на темноты, на ночевку. Часа 3-4, на самом деле сумерки наступают гораздо быстрее. Она будет немного короче, чем первые две. Ну вот, заканчивается вторая серия. Пишите замечания, комментарии. Мне интересно услышать ваше мнение, прочитать ваше мнение. Да что такое? Ну, зажглись фонари. Подступает незаметно.